этот высокоторжественный день с особым чувством я обращаюсь. Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к отчизне. Это мирное явление является результатом и мудрой политики внешней, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия нашими вооруженными силами.